здравствуйте. Итак, вот уже в пятый раз наш лифт застревает в эфире. И я хочу вам напомнить основную идею. Из передачи в передачу мы снимаем маленький эпизод по вашему сценарию, чтобы потом сделать большое хорошее кино и устроить премьеру, например, к новому 2000 году. На данный момент у нас есть 10-12 минут готового фильма. И если мы будем снимать каждый месяц столько же, то к Новому году у нас будет 1,5 часа. А для этого нужно много и хорошо работать. Итак, что же нам предлагают наши добровольные сценаристы? Ну что ж, актерские пробы так актерские пробы. И чем же нас удивили наши ребята в прошлой передаче? А если его нет? А где же мы будем пить наш кофе? Доктор Айболит. Я вообще не люблю пить кофе. Я пью чай. И ты не пьешь кофе? Почему ты мне сразу не сказала? Может быть, ты и кошек не любишь? Ненавижу. У меня на них аллергия. А у тебя случайно туберкулеза-то нет? Девчонки, в конце концов, хватит ругаться. Если честно, то я тоже не люблю кошек. Собаки лучше. Конечно, лучше. У меня, правда, все деньги на педири уходят. На что у тебя все деньги уходят? На педири. Перестань выражаться. На лучше. Пожуй спермент. Пошля. Сама дура. Просто я люблю жующих девушек. А я люблю чесночный суп. Опа. Нет, уж лучше тогда педири. Не так-то это и плохо. У тебя какая собака? У меня была собака, спаниэль. Я ее накормил Чаппи, и она с непривычки так разрезвилась, что ее хватил инфаркт. Бедненький. Чесночный суп – это рок-н-ролл. Может, тебе еще пожевать жвачки? По-моему, твоя уже не действует. По-моему, твой суп был слишком чесночный. Просто я ее жую уже второй день. Я куплю тебе 10 тысяч новых жвачек. Итак, в лифте прокатились по рекламе. Ничего так, нормально получилось. Эта четверка мне положительно нравится. Может быть, что-нибудь еще для них придумать, а? Ох, подъезд у нас. Что ни день, то приключение. А что случилось? Вчера здесь человека убили. Где? Тут? Где-где? В лифте? Вон, еще кровь не отмыли. Да ты что? Шуток не понимаешь? Я же вчера кино посмотрела. Лифт называется. Чего уставились-то, куколки? Спроси, куда мы едем. Знаешь, по-моему, я его где-то видела. Где ты была? Его видеть. Кажется, он вчера у подъезда стоял внизу, курил. У нашего подъезда? Точно. Это он. Че там болтаете, а? Вставать начнет. Я боюсь. Дверь откроется.
хватаю его за рукав. Стоять! Что такое? А вот чего! Сразу надо было этаж называть. Дяденька, вам плохо? Мне на пятый этаж, девочка. Сказала, с чужими дядями лифт не садится. Девочки, помогите мне встать. Вот видишь, он сейчас станет агрессивным. Ну, не шепчитесь. Когда дверь откроется, скажешь дяде. Дяденька. Что, девочка? А больше на пятый этаж можно пешком добраться. Это не опасно? Я слышала, если много, то и умереть можно. Да нет, что ты, я уже на пятерых испытала. Ничего с ними не случается. Через 5 минут снова, как огурчики. А на собак, я слышала, совсем не действует. Они от этого только звереют. Ужас! Я один раз попробовала, еле ноги унесла. А если несколько раз попробовать, что получится? А я почему знаю, мне так еще не приходилось. А я думаю, так можно идиотом остаться. О! Сколько этажей в этом доме? 9. А вам на какой? Мне на 5, но я не помню, только сверху или снизу. Обычно снизу бывает. Ну, может быть, но в последнее время я стал сомневаться. Почему? Может быть, как Карлсон. Тогда, если Карлсон, значит сверху. А может, я папа Карла? А если папа Карла, то еще и подвал считать надо. А в этом доме нет подвала. Нет подвала? Значит, я не папа Карла. А вообще-то пятый этаж, что сверху, что снизу, всегда пятый. Вы что, дурак? Да, я дурак. Вот тебе и справку покажу. А? Кстати, мы в лифте все время вверх и вниз передвигаемся. А может быть, нам провал во времени какой-нибудь устроить? Я думаю, это вполне возможно. Ой, девчонки, я после Васьки праздников решила за рулем досрочно сдавать ненормально. Мне сейчас по-всякому никак латынь хвосты не потянет. А я все на больничном, даже не знаю, когда поправлюсь. Вчера битва была, не лежище насмерть. Всех новгородцев побили. Завтра похороны. А женщин тоже? Да нет, только тех, кто сопротивлялся. А остальных куда? А одну в рабство отдали. Двух замуж выдали. А из наших-то много полегло? А из наших много полегло. Князь новгородский Вадим от ран скончался. Головка твоя, бабененькая, ни с кем не молодки, ночку ночевать, ни с кем не любезной, темно переспать. Ряду спать одна, без мила дружка, грусть тоска берет, вдруг молотку ждет, далече на чужой стороне, далече на чужой стороне, на чужой стороне, не место ко мне. Ой, стой, кто такие? Освободите дорогу княжеской дочери. Это ты-то княжеская дочь? Убери руки, охранник! Далече! Да как ты смеешь? Вы свободен, княжна. Я вижу, что тетя Война в дружине моего отца преисполнена отваги. Быстро реченье,
гонит ветер злой, тучи черные. Снимаем, снимаем кино. А что же дальше-то? А дальше монтаж. Именно эта операция занимает самое большое время. Предположим, сняли мы актера, а сказать «здравствуйте» он забыл. Что делать? Помогает монтаж. Меня зовут Стрелка, это мое сценическое имя. Берем слово у другого героя. Здравствуйте. И вставляем в уста нашего актера. И все. Здравствуйте. Меня зовут Стрелка, это мое сценическое имя. Или слишком медленно передвигаются в связи с морозами наши земляки. Но кто об этом знает, кроме нас самих? Есть ли что-нибудь такое, чего не может монтаж? Наверное, нет. И помогает ему в этом компьютер. Впрочем, о компьютере в следующей передаче. А что же происходит с нашими главными героями? С неожиданным предложением к нам обратился Петров Алексей из Архангельска. Здравствуйте. Есть предложение для истории с бомжем. А что, если вы и правда сделаете директором банка? Или фирмы какой-нибудь подумаете? Мы тут подумали, и вот что у нас получилось. На стеклянной рамке мебель. Мне кажется, давно нужно придумать в лифте уже что-нибудь подобное. Я вижу, вы уже придумали. Нет, это для офиса. А вы, как мужчина, могли бы и помочь. Я вообще-то не грузчик. Да, перевелись мужики на земле. Я вообще-то тоже не носильщик. А стул-то чей, мой, что ли? Донесешь, может, твой будет? Как это? Это что это? Вы мне место предлагаете? Я тебе стул предлагаю, дурень. Бери и неси, там видно будет. Ага. Пойдем. Однако. Хоть писать ты умеешь, папа? Ты тут не изви. Моя язва покруче твоя будет. Куда стул-то ставить? А ты, дядя, не видишь? Где не хватает, туда и ставь. Садись, если хочешь. Сесть я всегда успею. Дочурка. Ты мне, наверное, денег хочешь дать, а? Я тебе сесть предлагаю, пока. Чаю налить? Ты мне лучше водки налей. С водкой пока придется подождать, дедуля. Этого добра ты еще наглотаешься. Будет время. Ты родственников-то всех уже перечислила? Может, еще братом назовешь? Братком. Ну, в общем, мужик, ты мне в шефу никак не катишь. Любая налоговая раскусит. Кого раскусит? Тебя? Да и меня в придачу. Надо бы тебе обертку красивую сделать. Знаешь, как конфеты, Мишка, на севере? Ну. Снаружи красиво, а внутри вафли. Сама ты вафли. Ладно, шучу. Сергей Иванович, с Коржова на выезд. Куда? В магазин. Ну вот наш герой и правда стал директором некой фирмы. Что это за фирма? И зачем вдруг понадобился этот человек в управляющие? Что будет потом?
Звоните нам по телефону 43 99 37 и оставляйте свои сообщения на автоответчик, ибо наш фильм ждет вашего продолжения.